Дети, смотрите, что у меня для вас есть! Что-то новенькое! Что-то вкусненькое! А у меня для вас сюрпризы, подарочки, сюрпризы! Смотрите, какие! Кто какой выбирает, а? А? Что? Какой? Какой? Уже девочки. И что? А ну. Ладно. Тут девочки, а тут мальчик. Но мальчик в розовом, а девочки в синем. О! Ты бы какой выбрал подарок, а? А ну напиши в комментариях под видео, кого бы ты выбрал. Ну-ка, ну-ка, что там, что там? Ну? И тяни, тяни. Итак, та-дам! Вы узнали, кто это? Это все Хачуха. Это все Хачуха? Я кто уже не помню, как ее зовут. Кто это? Короче, она все хочет. Напишите в комментариях под видео, Тима забыл. Тима давно смотрел мульт, забыл. А Эмма говорит, это все Хачуха. Напишите в комментариях под видео, как зовут этого персонажа. Я помню, но сейчас не скажу. Попробуйте догадаться вы. А я дам подсказочку в конце видео. Посмотрим, кто из вас самый догадливый. Ну, хоть с какого мультфильма назвать можете? Я не помню. Головоломка. Конечно. Головоломка. Головоломка 2. Или еще мыслями наизнанку, да? Inside Out 2. Думками на выворе 2. На трех языках сказала. Я надеюсь, вы узнали, что это за мультфильм. Так, это хорошо. А что еще у тебя тут? А еще у меня тут вкусненькая конфета. И не одна. Ох, у него вкусненькая конфета. И не простая. Апельсиновая какая-то. Золотая какая-нибудь. У него тут целая куча вкусных конфет. Да у меня тоже. Так, а ну давай открывай, посмотрим, кто там у Эммы. А мы еще не все. А давай посмотрим, что там у тебя. Что? Я помню его только на украинском. И? И на сыром языке. Ага. Сыромъязвливость. Или застенчивость, стеснительность, да? Как ты думаешь, как правильнее будет, застенчивость или стеснительность? Это розовый бегемот. Нет, ну он милашный, он такой хорошенький. Я тоже помню, он все время стеснялся и прятался в кофточку. Все-таки, наверное, стеснительность, да, будет правильнее. А в самом конце он заговорил. Да, заговорил. Так он и не говорит. Он стеснялся, поэтому и не говорил. О, какие конфеточки. О, вот это. Это же клубника кокос, я ее еще не пробовала. Клубника кокос в натуральном шоколаде. Я тоже такую еще не пробовала. А ты такую пробовал? Я не знал, что такая есть. У тебя она тут есть. А, да? Это моя клубника кокос. Я тебе показала. Так. Вкусненько. А где тут клубнички? А где кокосы? Клубника с кокосом перемешана. Да. Похож на клубничный баунти. Так, у меня какая-то апельсиновая конфета. Вот там, такая, в виде горба. Там пол апельсина сразу. Да, а ну кусай, а ну кусай, а ну кусай. Что там? У него, подожди, это какой-то один шоколад. Где там апельсин? Какая-то штука в центре. А ну дай. Апельсинов не нашла, но вкус, есть вкус апельсиновой цедры. Да, и все. Где апельсины? Я думала, там сейчас будет
пол апельсина. Апельсины вот, нарисованы. Обман. Еще одна вкусная конфетка. Чиа и киноа. Такой суперфуд, полезный суперфуд. А? Кто такое пробовал? Напишите в комментариях под видео. Чиа и киноа в шоколаде. А ну пробуем? Пробуем? Пробуй. Тут еще орехи и арахис. Вот так. Суперфуд. Вкусно и полезненько. И еще один чудик. Чудик пофигизм. Лень. Чудик, так пофигизм или лень? Лень. Это же разные вещи. Это лень, Эмма говорит. Правильно? Это пофиг. Нет, нет, это совсем разные вещи. А я что-то забыла. Друзья, действительно лень? Да. Ты уверена на 100%? Да, она даже в мультике не к... Не к управлению подходит, а на телефоне. Мне кажется, это просто усталость, потому что она ходит вот такой полусонной, если честно. Друзья, напишите в комментариях под видео. Я, если честно, забыла, как ее зовут. Эмма говорит, что ее зовут Лень. Напишите в комментариях под видео, кто это такой. Я помню, что она была очень ленивой. Но не помню, Лень ее звали или нет. Лень. Итак... Ваша коллекция пополнилась еще тремя персонажами. А кто вот это, я скажу чуть позже, кто не догадался и кто не знает. Это у нас стеснительность и Эмма говорит лень. Но это же не все? Не все, нет? У нас еще есть конфета с манго. Главное, чтобы она была не такая, как вот эта. Ты хочешь там увидеть кусок манго прямо такой, да? Как с Египта, такой сочный. Ну, а такой, чтобы сейчас прямо откусываю, и сок прям это. И прям хлынет сок, я буду подставлять ладошки, сок буду ловить. О, а там реально манго, смотрите, какой кусок манго. О, вот это я понимаю. Фрукты, сухофрукты в шоколаде. Это? Кушать на здоровье. Эм, ну это же не все персонажи из фильма. Да ну неси, посмотрим, вся у тебя коллекция или нет, неси. Неси. Вот он, полный бокс. Итак, это у нас кто? Тревожность. Это радость. И вот этот красный злой. И вот этот фиолетовый. И страх. И еще. Ну, давайте рассмотрим всю коллекцию. Гнев. Радость. Печалька. Страх. Отвращение. Тревожность. Лень. Скромность. Застенчивость. И последний. Загадочный. И последний загадочный. Друзья, кто не догадался, последний загадочный – это зависть. Мы все услышали. Смотрите, а тут у страха осталась вафелька. Это же батончик страха. А что, если его съесть? А ему только бы все съесть. Друзья, а что вы об этом думаете, а? Что будет, если съесть вот такой батончик? Стоит это делать или нет? Пишите в комментариях под видео. Кто помнит, что может случиться, если есть какие-то непонятные загадочные батончики? Есть или нет? Напишите в комментариях, есть или нет. А я его не буду есть. Я лучше съем конфетку. Это дядя черносливчик с лесным орехом. Ну а я рискну. Что теперь будет? Скоро узнаем.